Вот эта работа при помощи канюли. Вставляем канюлю именно в кончик, достаточно глубоко, хорошенечко делаем себе тоннель. А канюля это всегда 25 G или 22 G, 27 тут делать нечего. Это 40-50 мм. Вставляем и линейно, ретроградно мы выкладываем, выкладываем, выкладываем. Конечно, здесь достаточно удобно работать и иглой. Но так как, в принципе, работа в основном была именно на спинке носа, поэтому была выбрана канюля. Понятно, да? Вот, также мы можем развернуть канюлю и выложить непосредственно препарат в мышцу. Это больно, да, канюли, разворачивать. Можете просто прокорректировать, например, если будет такой нос, да, можете просто линейно-ретроградно канюли проработать, вытащить канюлю и иглой проработать именно при поднятии кончик. Потому что когда вы будете разворачивать, конечно, пациентка будет очень вам признательна и будет очень приятно. Видите, носы не сложные, они не сложные. И поэтому препарат Princess Filler, он очень хорошо работает с такими вот незначительными коррекциями. Приподнять, что-то там подвыровнять.